Ну давай, закрывай глазки. Мой мальчик. Ну что ты? Смотри, кто пришел. Вот ты, господи. Вот он. Ну, где этот боец? А? Ух ты, какой же. С улицы только. Да. Пойдем посмотрим, что у нас там. Вот и моя лапа. Смотри, какая игрушечка. Посмотри. Что такое? Ну, посмотри, она просто чудо, правда? Так на сердце хорошо, тихо, спокойно. Она с Дюшкой нашла общий язык. Так тем более, зачем тебе здесь нужен? Я с тобой поеду. Нет, ты здесь останешься. Я поеду с тобой. Ты не останешься. Ты же сказал, я с тобой поеду. Ну хорошо, как ты поедешь? У тебя офис, работа. Ты была на Урале. Ну что, смелая такая? Газета, что ли? Да ладно. Ну, конечно. Через 2 дня вернусь, ты дождешься. Ой, простите, пожалуйста, извините, я не хотела вам помешать. Хотела сказать, что уложила детишек, покушали они хорошо, и Наденька, и мальчик. Вот, хотела спросить, вы как съездили? Что сказал профессор? Я хорошо съездила. Профессор сказал, что самый лучший специалист, кардиохирург, живет в городе Екатеринбурге. Фамилия его Бронников. Да, я тоже о нем слышала. По телевизору как-то просто сказали. Ну что, вы вот так вот услышали и запомнили? Да. Вот это да. Я так не могу. В общем, я через 2 дня вернусь, а вы с Никитой остаетесь по хозяйству. Хорошо. Императрица все решила сама. Да. Да. А нас, смиренных подданных, поставила перед фактом. Девчонки, давайте за стол. Пожалуйста, давайте по глоточку. Нет, спасибо. Что? Он же разбудит. Тихо. Да кто там? Что же за... Что ты? Добрый день, не помешал? У нас дети спят. Тихо. Простите, я не знал, что они отдыхают. Надо этот звонок выключить, чертовой бабушке. Проходите. Проходите. Здравствуйте. Добрый день. Я очень рад вас видеть. Вы пришли проведать своего подопечного? Не совсем. Дело в том, что профессор Ахадов из Института педиатрии сказал мне, что вы собираетесь лететь в Екатеринбург. Ух ты! Прямо в курсе всех наших дел. Ну, нас профессор Ахадов часто консультирует. Mm. Так вот, наш совет попечителей решил, что будет целесообразно, если с вами полетит наш представитель в моем лице. Правда? Слушайте, ну это просто здорово. Нет, правда, если вы так решили, то это замечательно. Подожди, я не понимаю, зачем вы-то должны лететь? Что там делать-то? А? Ребенок-то в Москве остается все равно. Никит, ты чего? А вдруг там какой-нибудь судебный вопрос? Ты будешь мне помогать его решить? Мы летим туда для того, чтобы договориться об операции ребенку, да? Вы летите. Ну, летите, голуби, летите. Ну, до встречи в аэропорту, Анна Павловна. До встречи в самолете. Спасибо. Да. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До завтра. Никита Петрович, так. Ну посмотрите на меня, пожалуйста. О, боже! Ну все. Я тебя таким 100 лет не видела, господи. Что такое? Да ты ревнуешь, чудо ну, мое. Ну конечно. Ой. Ну да, перебьетесь как-нибудь. Да зарежь меня. Да хватит. Чего? Ну чего? А что случилось с тобой? А что? А что случилось? Расскажи, что случилось. Вот ты его не могла терпеть. Да. Что случилось? А что случилось? Ну, давай встретимся в самолете. Что это, я к тебе? Да. Показать? Сказочный полет у нас будет. Что такое? Показать тебе, как ты себя вел. Ты ему взятку не предлагала? Слушай, прекрати, а?
Шутки шутками, но это вообще уже перебор. Черт знает что, черт знает что. Адвокату звоним. Возьмется он за дело Жениной мамы? Я звонил, вчера еще звонил. Сегодня он целый день торчит там, в архиве облсуда, а потом поедет с Женькой в контору Гуши. А гонорар? Гонорар. Он мне по кругу жизни обязан. Так вцепился, что... И вообще, знаешь, у меня все под контролем. Ну, конечно, конечно. Да. Ты же мужик у меня. Да, мужик. Да, мужик сказал, мужик сделал. Слушай. Что? А теперь серьезно. Я думаю так. Да. Что с тобой обязательно должен поехать я. Конечно. Конечно, обязательно. Ну, вот. Я буду очень рада. Вот. Другой раз. Ну. В этом доме штопор есть? Нет, я не понимаю. В этом доме есть все. Ну, здравствуй, Валентина. Рад тебя видеть. Привет. Ты меня как нашел? Это мне Зинка Крошкина сказала, что ты здесь. Та, которая с тобой на официантку училась. И что тебе надо? Наталья с сыном у тебя? Да нет, их у меня. С чего ты взял? Не ври мне, Валентина. Да нет, говорю же. Ну, хочешь, иди проверь. Ну, помоги мне. Ну, ты же знаешь, где они. Погубят они парня. Тогда я за себя не отвечаю. Все уложила. Слава Богу. Ну, вы тоже можете идти спать. Не-не, я не хочу. После вас. Ну, тогда спрошу. Можно? Вы, наверное, про мужа, да, хотите узнать? Ну, если не хотите говорить, то не надо. Я просто... Нет-нет-нет, дело не в этом, но... Просто я все время сама об этом думаю. Он у меня очень хороший. И любит меня, и Бореньку нашего. Просто он запутался. Угу. Точнее, запутали его. У нас 5 лет детей не было, и мы уже не надеялись. И вот, наконец, Боренька. И муж его очень любит, очень. Прям дорожит им больше всего на свете. Так это значит, сына вашего Борисом зовут. Сейчас вспомним. Борис Платоныч. Угу. Борис Платонович, дети с именем Борис – это любящая мать? Если я правильно помню, очень такие ответственные, понимаете, они, как сказать, все в дом. Вот такие вот мужики. Откуда вы знаете? Я столько книжек перечитала. Имя же надо найти. Ну и что? Выбрали? Нет, пока ничего не получается. Мне одно имя нравится – Никита. Но Никитосов у нас уже 2, третий будет перебор, правда? Угу. Ну ничего, время есть еще. Выберите. Да. Главное, чтобы здоров был, правда?
Спасибо вам большое. За что? Ой-ой. Да так что-то захотелось. Спасибо сказать. Спасибо. Не за что. Идите спать. У меня завтра ран самолет. Идите. Спокойной ночи. Да ребенку понятно, что из двухстволки нельзя сделать больше, чем два выстрела. Бах, бах. Потом надо перезарядить. А выстрелов было три. Главным бредом. Больше никого не было. Не было. Только ваша мама и ее гости. Трое бывших партнеров по бизнесу вашего отца. Вдова бизнесмена Моргунова не поделила бизнес мужа с его партнерами и хладнокровно пристрелила компаньонов из охотничьего ружья. И в результате двое наповал, третий, Клоков, ранен в плечо. Но отпечатки на ружье Моргуновой и Клокова. Да. Вот по его показаниям, именно она стреляла в его компаньонов. Затем собиралась выстрелить и в него. Но Клоков он сопротивлялся и схватился за ружье. И после третьего выстрела, в общем, смог как-то обезвредить Моргунову. Угу. А при этом был еще ранен в плечо. Просто крепкий ореш какой-то получается. Да, и кроме Клокова ни одного живого свидетеля. Когда в дом пришла милиция, Моргунова лежала без сознания. Клоков ударил ее прикладом по голове. А сам Клоков сидел на полу, обняв ружье. Но при этом мать твоя все отрицает. Да, она вышла на кухню сменить чайник, услышала выстрел в гостиной, вернулась, удар по голове, больше ничего не помнит. Так что в результате твоя мать садится в тюрьму, а бизнес остается кому? Клокову. Правильно? Клокову. Судя по всему, с судьями хорошо поработали, смогли заинтересовать. При таких зыбких доказательствах. Да адвокат, да он просто спал на процессе. Или его грамотно усыпили. Ну, скорее всего, второе. Я бы тоже этому орлу в глаза посмотрел. А мне надо обязательно встретиться с вашей мамой. То есть, получается, мама не виновата? Получается так. Можно я с вами? Ну, почему нет? Спасибо, Серег. Давай. Спасибо, Гоша. Да, не за что, давай. Пойдемте. Вы зря приехали. У меня нет никаких обязательств перед вашим центром опекунов, или как вы там его называете. Более того, мне настоятельно не рекомендовано проводить операции на живых людях. Говоря простым языком, запрещено. У нас исключительный случай. Исключительный? Думаю, да, когда идет речь о ребенке, который без вас обречен. Не надо, не надо. Не давите на жалость. Я 10 лет только тем и занимался, что спасал детей. У меня, знаете ли, 14 операций новорожденным до 6 месяцев. Все они, слава богу, давно выросли и вон, дергают девчонок за косички на переменах. Меня постоянно упрекают в том, что мои операции стоят дороже, чем в Швейцарии. А что мне делать, если у меня анестезиолог из Питера, хирург из Магнитогорска, трансфузиолог вообще из Магадана? Они ко мне на операции все за свои деньги приезжали. А гостиницы суточные, препараты, реабилитация больных. И в один момент все это, им и мне все это надоело. Я прошу, дайте мне 12 штатных единиц. Я буду делать 200 операций в год. Я же без них как без рук. Нет, никому это не надо. Еще и шарлатаном называют. Я вас поняла, профессор. Сколько? Что сколько? О чем вы? Ну, сколько нужно денег, чтобы собрать всю эту вашу команду? Мне все равно где. Хотите, в Москве, в Питере, здесь, в Екатеринбурге. Сколько нужно денег? Вы не так меня поняли, мадам. Конечно. Я не вымогатель, как бы вам всем этого не хотелось. Извольте уйти. В Москве ребенок умирает. А вы плачетесь. Когда вы возвращаетесь в Москву?
Завтра в 16:25. Ладно. Оставьте все данные. Жду вас завтра в 9. Спасибо, профессор. До свидания. До свидания. А все-таки не зря мы ходили за ним по всем этажам. Анна Павловна, а позвольте мне пригласить вас в ресторан. Да? В ресторан. Надюшка, давай поближе к коляточке, держись. Давай, покати своего драматика. Давай. Вот молодец, какая самостоятельная девочка. Умница. Женька, а кто это там с детьми, а? А, это Наталья. Анна Павловна наняла, чтобы за найденышем смотреть. Да? Ага. Давно у них? Ну, где-то с неделю, наверное. А что? Она, кстати, ничего, и Анна Павловна ее хвалит. Да нет, ничего. Ну, давай. Пашка, будь звонить. Время передавай. Пусть хорошо служит. Все, пока. Спасибо. Да. Так все хорошо? Как наши детишки? Спасибо. Нет, я была уверена, что все будет хорошо. Женечка, я Никите обещала позвонить после того, как мы с хирургом поговорим. Да. А не могу дозвониться. Он что, с клиентами? Да? Нет, просто скажи, что все нормально, и вечером я ему обязательно дозвонюсь. Да. Все, целую. Пока. Извините. Все хорошо? Да. А разве у вас может быть иначе? Нет. Вы знаете, я, признаться, не верил, что удастся уговорить этого упрянца. Но вам любые преграды нипочем. Мне кажется, что для матери нет преград, если ей надо спасти своего детеныша. Своего, да, не спорю. Но абсолютно чужого, которого месяц назад и знать не знали. Я об этом думать не хочу. Вы знаете, Анна, мне приходилось видеть разные проявления родительских чувств к нашим подопечным. Увы, чаще уродливые. Именно дети, увы, становятся заложниками безобразного родительского торга. Я бывал свидетелем таких ситуаций, что вспомнить. Мороз по коже. Но такова специфика моей работы, все на грани. Поэтому я осмеливаюсь предложить этот тост за вас. В этой ситуации только вы одна были и остаетесь безупречной. Спасибо. И простите меня за пафос. Вы укрепили меня в мысли, что я не зря занимаюсь своим делом. Спасибо вам. Спасибо. Здорово. Приветствую. Если так Юля, она с документами уехала в регистрационную палату. Будет завтра. Петрович, а вообще по другому вопросу. Чего? Ты мне скажи, вот у вас эта новая няня, а вы ее как, по рекомендации брали? Бог с тобой, какие рекомендации? Анна Павловна сама, лично. А что? Ну, просто у нее ребенок пропал, у няни. Ну. Мы его разыскиваем. Ну. В курсе? Ну, я в курсе, да, в курсе. Че ты ему, а? Че? Че ты изображаешь детектива передо мной, ну? Но то, что касается вопроса с Юлей, я целиком и полностью на твоей стороне. Так что я не против. Спасибо, папа. Вот, да. Давай, не тяни, не тяни. Ты пригласи ее в ресторан, в конце концов. Обаяй ее там. Я поехал.
Гош поехал. Я теперь многодетный отец. Давай. Нормально, проходишь. Спасибо большое. Это был потрясающий вечер, тем более, что мы его заслужили. Обрабатываю этого хирурга, профессора. Ну, здесь целиком заслуга ваша. Да? Но по-другому быть не могло. Вы все-таки необыкновенная женщина. Нет, вы просто потрясены моими пробивными способностями, потому что сами вы человек малоинициативный, слабо инициативный. Я совсем не инициативный. Правда? Нет. А поездка в командировку – ваша инициатива? Ну, признавайтесь. Конечно, разоблачили. Да. Вы знаете, мне показалось, что ваш муж был сильно этим раздосадован. Да? А вас что, это удивляет? Нет. Вы знаете, вы очень разные люди с мужем, это сразу видно. Хотя очень хотите казаться парой гармоничной, благополучной. Вы простите меня, ради бога. Выглядит это, ну, неестественно. Скрытая дисгармония – это примета всех внешне благополучных браков. Я рискнул предположить, что вы несчастливы с мужем, как женщина. Муж ваш все понял про себя, давно смирился с этим и заразил вас этим смирением. Ух ты! Вы прямо специалист по семье, браку. Да никакой я не специалист, просто вы мне очень нравитесь. Позвольте. И еще вы специалист по чужим замкам. Спокойной ночи. Разрешите? Мужу пора звонить. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Ирина Васильевна, я рад вам сообщить, что по вновь открывшимся обстоятельствам ваше дело будет пересмотрено. Я считаю, мы сможем доказать вашу полную невиновность. Мы объявили во всероссийский розыск Михаила Клокова, который был единственным свидетелем обвинения. А где он? Михаил Клоков сразу после процесса сменил место жительства. Извините. Да, я вас внимательно слушаю, говорите. Я там вам пастилу привезла, чай. Ну, мне сказали, что можно, они обещали передать. Спасибо, доченька. Этот адвокат, наверное, больших денег стоит. Не думайте об этом, он друг моих друзей. Они юристы. Не трать зря силы, доченька. Человек ко всему привыкает. 2 года осталось. Теперь они быстро пролетят. Нет, мам! Ты же слышала, он сказал, что у него все получится. Анна Павловна сказала, что он самый лучший. Анна Павловна, она мне как мама, но... Я обязательно вас познакомлю с ней. Со всеми познакомлю. Какая ты стала. Мамочка, мне так тебя не хватало. Мне тоже, доченька. Каждый день я думала о тебе. Ты должна знать, что я ни в чем не виновата. Мне не удалось это доказать тогда в суде, но теперь для меня самое главное, чтобы мне поверила ты. Да я тебе верю. Главное, что я тебя нашла. Теперь я сделаю все, чтобы тебя отсюда забрать поскорее. Понимаешь? Мамуля, у тебя же внук есть. Никитой зовут. Твой внук. Внук? Он сейчас ходит в детский садик. А его папа, ну, твой зять, Пашка мой, он сейчас служит в армии. И мы все будем тебя очень ждать. Доченька моя, какая ты стала. Ну что, дамы,
Поздравляю вас. Михаил Клоков найден. Теперь-то дело явно пойдет быстрее. Так. Так, вечером поеду встречать нашу императрицу. Ну, а потом можем устроить банзуху, а? О. Вот она. О, вот. Дань! Да. Да ты застала меня на пороге уже. А ты где? Мы уже на пути. Едем. В аэропорт. Да, обо всем договорилась с хирургом, все нормально. Операция через 2 недели, но мальчику надо будет там быть пораньше. А, Никитушка, слушай, знаешь что, найди, пожалуйста, вот эту нашу соседку. Подожди, подожди, какую соседку? Балерину, что ли? Да, балерину. Помнишь, она хотела мамин браслет купить? Так вот, надо ей его продать. Постой, ты не торопись. Успокойся. Может быть, найдем другой выход. Давай кредит возьмем. Сделай, пожалуйста, так, как я тебя прошу. Мне тоже очень жаль, потому что это единственная вещь, которая осталась от мамы. Ну, сделай, пожалуйста, как я прошу. Хорошо? Все. Я все понял. Ты добилась своего. Опять. Нет, пока еще не все. Целую. Я тебя люблю, пока. Я тебя тоже люблю. Ну что, готовим нашего найденыша к перелету в Екатеринбург. Там его ожидает встреча с самым главным медицинским светилой. Что, на операцию так скоро? И вы думаете, поможет? Я уверен в этом. Уверен. Дай-то Бог. Наталья, я поехал. А вы мне звоните, если что. Хорошо. Ой, ты мой ляпонька, да сладкий мой. Сыночка, неужели это скоро закончится? Как хорошо. Да, да, моя сладкая. Ой, да, там зуб, что ли, лезет? Не может быть. Платон. Родная моя. Платоша. Родная моя. Платоша мой миленький. Все. Ничего, ничего, ничего. Теперь все будет хорошо. Все будет хорошо. Где Боренька? Здесь он. Ты представляешь, как здорово. Они договорились с самым лучшим профессором, и он обязательно ему сделает операцию и вылечит нашего мальчика. Наталья, нельзя дитя под нож. Грех это, Наталья. Поедем. Нас брат Сильвестр ждет. Грех. А то, что я рожала и чуть на тот свет не отправилась из-за твоего брата Сильвестра, это не грех? Да как ты не понимаешь, глупая? Его же молитвы, они же тебя и спасли, понимаешь? Господи, да что ты у меня такой доверчивый-то, а? Наталья, можно я посмотрю на него? Себя лечат. Так. Да. Это вам. Угу. Все. Все. Я поехал. В аэропорт я поехал. Никита Петрович, а можно я сегодня пораньше уйду? Можно.
Вам можно. Можно прямо сейчас. Спасибо. Скоро нас всех ждут. Большие каникулы. Поехал. Анне Павловне привет. Угу. Угу. Алло. Надюша, это я. Тихо, тихо, моя маленькая. Сейчас я иду к тебе. Все, бегу, тихо. Тихо, моя хорошая, тихо. Бегу, бегу. Девочка моя. Ну что ты? Ну что ты, моя хорошая? Иди ко мне. Ну, не плачь, не плачь, не плачь. Сейчас покушаем с тобой, гулять пойдем. Пойдем гулять с тобой. Пойдем. Пойдем, малышка. Пойдем скорее, сейчас покушаем. Не плачь, только мама скоро придет. Мама. Наташенька, доченька моя, Боренька, Боренька, дитё мое, дитё мое. Мама, мы в Александровку не поедем. Мы поедем в общину к братьям. Они будут молиться о спасении нашего Бореньки. Нет, этого не будет. Я не отдам ребенка, я не поеду никуда. Эти твои братья, они погубят нашего сына. Господи, зачем ты только меня нашел? Милая моя, Наташенька, у нас нет другого пути. Это мы должны с тобой пройти вместе. Как же ты не понимаешь? Милая моя, поехали. Братья ждут. Они будут день и ночь молиться о спасении его. Поедем. Они спасут его. Вот увидишь. Поверь мне. Они спасут его. Ах, дети, дети. Самый глупый в нашей семье – это ты, Никита. Не надо цитировать Чехова. Тихо, тихо, Дюша, спи, тихо. С приездом, Анна Павловна. Спасибо, это тебе. А где виновник торжества? Где Наташа? А вы же сказали, чтобы она отвезла его в приют. Куда? Ну, до перелета. Она позвонила, попросила посидеть с Дюшей, а вы ей сказали отвезти ребенка в приют. Поехали. Что, я не понял. Подожди, Аня. Да подожди, я Гоше позвоню. Сейчас. Аня! Ну, мы этих гастролеров вложили со всех сторон. Ну, а они забрались в квартиру и взяли заложников, двух стариков. Пенсионеры, муж и жена. Они, эти старички, оказались работниками МУРа. Ну, пенсионеры уголовного розыска. В общем, они их повязали, как морковок, и пучком нам выдали. Вот. В общем, не повезло этим гастролерам. Такая вот работа. Гош, давай потанцуем. Украли. Добрый день, милиция. Мне нужна ваша соседка Наталья. Наталья!
Да нет ее, ее муж забрал. Куда забрал? Откуда я знаю? Я не знаю, домой, наверное. Зачем они вам? Они украли ребенка. Чего? Да ничего они не украли. Ребенок, ребенок же их. Они его родители. Наташка, она с дуру подбросила, а он нашел и вернул. Какие проблемы? Проблемы? Проблемы начнутся, когда ребенок погибнет. А у тебя за неоказание помощи. Ты что, мать, не понимаешь, что ребенку операция нужна, а? Да, Платону, ваши слова по барабану, он же больной. Он сектант, он будет его только своими молитвами лечить. Он молится, да, а в церковь не ходит, потому что им брат не разрешает. И он много таких, как Платон, обдурил. Они же все братья, это кошмар, это беда, страх. А Наташка, мучайся. Че? Брат? Так, брат. Брат, значит... Брат, Сильвестр. Сильвестр, да, ну вот видите, и вы о нем слышали. А так, что? Из Москвы не уезжать, пишу повестку. Повестку? До свидания. Что здесь непонятного? Ребенок обрел своих родителей. Наши полномочия как органов опеки на этом завершены. Завершены, понятно. А как ребенок-то? А? Он же от этого не стал здоровым. Или вы им денег дали на операцию? Вот это не входит в наши обязанности. И вообще все вопросы к родителям. Вам что-то непонятно? Нет, почему? Нам все понятно. Пойдем, Никита. Это не входит в его обязанности. Вот кое-что входит, да? А это не входит? Ну, успокойся. Я спокойна. Тихо. Пропал ребенок. Ты сделала все, что смогла. А вот я еще не все сделал. Алло, Гоша. Как договорились, у меня в офисе. Встречаемся. Давай. Давай. Входите. Входите. Пожалуйста, входите, товарищ, присаживайтесь. Так. Как договор наш? Зарегистрирован? Вы лучше скажите, как здоровье вашего сына? Какое дело вам? Мы здесь по вопросу другому. Гражданин нотариус, может, вы поговорите об этом после? А вы-то куда спешите? Странный вопрос. Я пришел за договором. Не терпится стать собственником квартиры гражданки Дроновой. Ничего не понимаю. Мы пришли в назначенное вами время. В чем дело? Очень хорошо, что пришли. Спасибо большое. Очень хорошо. У вас тут товарищ дожидается. Я не знаю, кто это. А он вас очень хорошо знает. Георгий, пожалуйста. Угу. Добрый день. Извините, как вас? У вас перед носом договор. Там все указано. Нет, я имею в виду настоящее ваше имя, фамилию. Настоящее есть. Так, что все это значит? А это значит, что Сильвестров – это не настоящая фамилия вашего учителя. Под ней он скрывается от правосудия. Брат? Так вот, твой учитель, которого ты называешь братом, Воскобойников Павел Александрович, неоднократно судим, в настоящее время находится в федеральном розыске по трем регионам. Статьи мошенничество,
создание сект и покушение на убийство. Вот, вроде похож. Скажи, что все это неправда, брат. Заткнись! Ведьма! Вы станете меня бесовским крестом! Спокойно. Ведьма! Спокойно, спокойно. Ведьма! Так, вот. Вот такому человеку вы доверили жизнь своего единственного сына. А где жена и ребенок? Его еще можно спасти. Платоша, скажи, не мучь свое дитя. Простите. Ой, ну и молодцы. И молодцы. Ань, я сейчас машину поставлю. Поставлю. А если, к примеру, мой братан в карты квартиру просадил, вернуть можно? Расписку давал. Да кто их знает? У них же все на столе, и карты, и банк. Ну, если расписку не давал, можно попробовать. Гляди, за мной не заржавеет. У меня в штрафбате тоже кореша имеется. Будешь за колючкой, как кум королю. Младший сержант Хрулев и рядовой Зыков находятся на хозработах. Вижу я, кто находится, а кто работает. Зыков, клад копаешь? Я мурую. Капусту квасить. Ладно, вылезай. Давай быстро приведи себя в порядок и пулей в гараж заправляться. Мне же запрещено. Снято с тебя обвинение. Я сказал, что это я приказал тебе в Москву смотаться. Да к вам же теперь достанется. Разберемся. Давай, быстро принимай машину. Товарищ старший лейтенант, а когда я смогу в увольнение пойти? Зыков, что, обалдел? Что, опять что случилось? Ну, у меня теща возвращается. Ты б что получше придумал? Она из зоны возвращается. Товарищ старший лейтенант. Да. А если не отпущу, опять сбежишь? Никак нет. Хрулев, давай закапывай. Давай, давай. Пошли. Боец, иди сюда. Готовь. Военный лучше было бы. На экспятом скажешь тоже. Я вас увековечу. Михон. Привет, мамочка. Привет. Никит, это твоя бабушка. Никит, поздоровайся с бабушкой. Здравствуй, ты теперь моя бабушка. Да, Никит, это твоя бабушка. Рад знакомству. Павел. Ирина Васильевна. Ну, пойдемте, пойдемте. Нас пойдем, ждем. Никит. Пойдем. 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 Повзрослел человек. Все-таки полгода уже прошло. Что, подай ей за ручку? Андрюх, подай ей за ручку. Ой, наши приехали. Пойдем. Пойдем.
мама! Пойдем. Смотри. Никит, маши рукой. Сколько их? Это все мои друзья. Теперь они и твои друзья.